Семена гороха самые ранние принадлежат к одному из самых компактных сортов. Кусты никогда не бывают выше 30 см, поэтому идеально подходят для выращивания на балконе. Опоры для культуры не требуются. Стручки имеют прямую форму, в длину достигают до 6,5 см, а в ширину до 1,6 см. В каждом по 5 семян, диаметр которых 0,8 см. Бобы пригодны для употребления в свежем виде, консервирования и приготовления блюд. Сорт семян гороха самый ранний неприхотлив к условиям роста и подходит для выращивания во всех регионах. Не боится засухи и низких температур. Горох камайрани – это травянистый высотой 30 см. Горох камайрани имеет ранний спелый срок созревания.